Это, если что, было по-китайски. Так что сори, если не понял. Джуни Шэнджи Квайла. Да. Джуни. Джуни Шэнджи. Да. Я проверяю просто. Вот. Еще раз ок. Девушки вредные. Девушки это стервы. Это такие создания ужасные. На самом деле. Так что есть нюансы, да. Я считаю, что. Ну вообще на самом деле давайте поразмышляем. Не зря же говорят. Я найду. Неужели? А, вот. Не зря же говорят, что мужчины рациональны, а женщины эмоциональны. Потому что, как бы, девушки требуют внимания. Они очень капризные, очень вредные. Если что-то не по их желанию сделаешь, это все, это скандал. Ты враг народа. И как бы с ними очень тяжело найти общий язык. То есть, когда у тебя с девушкой френд-зона, это могут быть, это прям идеальные отношения. Без ссор, без скандалов, ты для нее самый идеальный, самый лучший, потому что ты в френд-зоне. Но потом, если из френд-зоны что-то сходится, все. Сразу у девушки поднимаются требования. Вот это даже интуитивно происходит. Это как-то оп, и все. Это внутри. И она сразу. Вот вы могли это делать и раньше, но она не придавала значения. Когда вы в отношениях, она такая, так, стоп. Почему ты, дорогой мой человек, да, там, положил ключи сюда, а не туда? Туда это по моему порядку. Их надо вешать, а ты их кладешь. И вот все, она проест мозг, потому что когда вы друг, ей все равно, а когда вы ее уже... Молодой человек, это все, надо быть идеальным. Идеал мужчиной. Поэтому девушки это очень странные, коварные существа, а женской дружбы не существует от слова совсем. Ну, как бы, существует, но это очень редкое, вообще максимально, в том плане, что девушки, они сами по себе стервозные очень. Не поделили парня, не поделили кого-то, у кого-то, да, успех больше. Не зря еще говорят, что есть такой стереотип. Две подружки, одна из них более страшненькая, другая более красивая, да? Ну, типа, ну, очень часто, даже в фильмах такое показывают. У красивой подружки обязательно должна быть некрасивая, чтобы она на ее фоне выглядела лучше. И вот очень часто случается какая-нибудь хрень, потому что у мужчин, дружба с мужчинами и между, они все-таки складываются... на взаимопомощи, на правилах. То есть все-таки мужская солидарность, она действительно, и мужская дружба гораздо крепче женской. Потому что женская, она очень вялая, хиплая. Вот так вот что-то пойдет не так, и все. Как бы у меня вот есть одна единственная подруга, у меня было много подруг, но отношения с ними не складывались от слова совсем. Ну, что-то происходило, всякое разное, и в итоге не получалось. И в конечном итоге я определилась, успокоилась, подруга у меня одна единственная, и это подруга детства, с самого садика. Да, мы с ней уже давно не виделись вживую, очень редко общаемся, потому что и у нее семья, и у меня семья уже. Нет, у меня еще нет. Но дело в том, что мы разъехались, и... как бы уже взрослая жизнь, у нас просто нет на это времени. Но я уверена, что как бы, если мы встретимся вновь, да, за одним столом пообщаться, то, думаю, это будет без проблем, как бы такое же теплое и близкое общение, доверие. Я очень искренне на это надеюсь, потому что этого человека из жизни я терять не хочу. А так, девушки, это вообще кошмар. Вот, во всех планах. И девушки такие все умные, всегда говорят за
то, чтобы быть верными в отношениях, хотя я считаю, что измены происходят только из-за вины женщин. Мужчины ни в чем не виноваты. То есть только девушки сами в этом виновны и все. Вот. Так что как-то так. Ну, мы же вас любим. Ну, кто-то любит, кто-то нет. Идеальных девушек не бывает. Да вообще идеальных людей не бывает. Ни девушек, ни мужчин нет. Не бывает идеальных. Правильно. Чё? Бюстгальтер нет, да. Бюстгальтер есть или нет? Нет. В аду женщин будет больше. Согласна. Да, потому что... Ну, не знаю. Просто дай знать, где ты находишься. Я нахожусь дома. Ты идеальна. Не соглашусь. Вообще нет. Вот, да. Всё, я не могу, я в детские игры играю. Милашка, спасибо. Господи, я растрёпана, ужасно выгляжу. А вы мне говорите, что я милашка? Я в футболке, а не в убегающей там майке какой-то. Или эротичном лифчике. И так сойдет. Боже, они уже примялись быть в хвосте. Ну так хоть немного получше. Так мне хоть чуть-чуть нравится. Типа секси бейба. Было бы еще круто, если бы я накрасилась. Как сделать шикардос прическу за минуту? Просто распустить конченый хвост, который очень-очень долго по времени уже. Сдохните, худышки, миром правят пышки. Я пышка. Так, если это убежит, то одна останешься. Да, я тоже об этом думаю, потому что... Ну, я уверена, он в наушниках, да, вот, то, что... Он сбежит от меня. Потому что с виду я такая ми. Знаете, внешность вообще не решает, ничего она не значит. Важен внутренний мир человека, а я красивая снаружи. Ну как, красивая тоже под вопросом, но имею в виду аккуратная снаружи, но гнилая внутри. И так красавица. Жарко ж? Да, жарко. Ну, и так сойдет. Кстати, вот у меня сейчас было предупреждение о том, что 10% осталось. Эфир очень много жрет зарядки. А еще у меня предположение, что моему аккумулятору на айфоне пришла пизда. И что пора менять батарейку. Потому что заряд он стал очень плохо держать. Раньше я всегда так радовалась. Потому что айфоны вот после семерки точно, 7+, очень хорошо стали держать заряд, очень долго. То есть у меня зарядки хватало с головой на весь день, с учетом того, что я 24/7 всегда слушала музыку, сидела в телефоне. А сейчас у меня очень быстро разряжается, и мне кажется, вина тому, что с батареей беда. Сколько моему телефону лет? 2 года или 3, вроде бы 3 года моему телефону, да. Вот, Мальвина. Я не Мальвина, я... Господи, как звали эту из Винкс? Я опять забыла. С фиолетовыми волосами. Муза, вот. Я Муза. Где тебя найти? Ты можешь найти меня под забором. Кустах. Знаешь, такая шальная императрица. Зеротик. Вот, да. Итак, сойдет. Блин, так удобно держать телефон между коленок. Такой, оп, повернул. Оп, повернул. Так, все, ладно. Буду с вами прощаться. Немножечко посидели и хватит. Хотела показать малого, но я не знаю, где он бегает. Вот. Так что мелкого не покажу. Показала себя. На этом хватит. Ну и, собственно, ждите эфир.
Возможно, но это не точно. Я Послезавтра.